Всем привет! Сегодня добавили очередную классную рулетку под названием Lucky Spin, в которой есть офигенный скин на кар 98К, мотоцикл, скин на самолет и сковородку. Из всех этих скинов я хочу скин на кар, а также на самолет. Надеюсь, хоть в этот раз мне повезет. Этот кар можно также улучшать в лаборатории, но для этого нужна краска и материалы. Как раз в рулетке есть то и другое. Как вы уже заметили, на счету у меня 11500 VC. Это как раз та сумма, с которой гарантированно выпадет коряк. Ну что же, не будем тянуть времени, давайте начнем. Также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Давайте сразу же по 10, потому что это более выгодно, да, и соответственно быстрее потратим эти 11000 VC, потому что это очень большая сумма денег, да. Соответственно, давайте сразу же по 10. По одному это, во-первых, невыгодно, и во-вторых, долго. Красочка выпала. Зеленый свет. Да, фигня всякая. Опять краска. Не, краска на самом деле это полезная вещь. Все-таки хочется что-то более стоящее, как бы материалы и самолеты. Другие разные скины. А мне выпадает одно и то же. Я вот не знаю, мне, если честно, вот эта вот зеленая фигня мне не нужна просто. Так, Герман. Да ладно! Самолет, ребят! Самолет! Я не верю. Я просто не верю в это. Чего? За первые 10 прокрутов не выпадает самолет? Раскраска Годзилла? Вы серьезно? Я не верю просто в это. Ладно, хорошее начало. Отлично. Красивый самолет. Как раз таки самолет я очень сильно хотел, потому что выглядит он реально круто. А вот. Давайте зайдем, посмотрим, где он тут. Вот самолет у нас. Здорово. Раскраска Годзилла. Красивая раскраска, очень красивая. Вот, давайте продолжаем дальше. Не будем на этом затягивать. Здесь сразу же открываем, поехали. Так, еще одна краска. Давай, корячок, пожалуйста. Еще одна красочка. Я не знаю, выпадет мне теперь корячок или нет. После того, как выпал самолет, я не знаю просто. Буквально с первого же прокрута у него выпал самолет. Вообще жесть какая-то. Так, поехали дальше. Ну, просто краска выпадает. И больше ничего такого. Так, кстати, купон выпал, замечательно. То есть осколок купона. Еще этот дымок зеленый, не знаю, зачем он нужен вообще. Итак, последний прокрут. И выпадает серебро. Жаль, конечно. Кстати говоря, здесь дают бесплатные бонусы, да, за прокруты. Как раз я забрал уже 5 осколков купона, да, классического, и 1000 BP. Также здесь у нас 5 краски, парашют. Здесь один материал и 5 краски, а здесь у нас один материал и 10 краски. Вот как раз материалы здесь очень сильно ценятся. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Кстати говоря, хочу открыть... Опа! Да ладно! Материал выпал! Отлично, отлично. Материал очень нужен, ребят. Очень сильно нужен материал. Блин, я думал, еще один раз материал выпадет. Блин, мне байтит эта рулетка сильно. И... Ну, 20 серебра, ну такое. Могли запихнуть сюда хотя бы 200 или 500 серебра, чтобы было интересно. А так, что 20 их серебра. И... Чуть-чуть не докручивается, вот чуть-чуть совсем. Вот очередной раз она просто останавливается на этом месте. Так, давайте без пропуска анимации сразу же вот так сделаем. Открыть 10, да, поехали. И выпадает фигня. Так, давайте сразу же 10 тогда откроем. Поехали. Краска. Очень сильно хочу еще себе мотоцикл. Очень сильно. Так, отменяем. Инвайты мне все кидают и кидают. Так, фигня. Так, ладно, неплохо. Забираем еще у нас 5 краски. Отлично. Поехали дальше. Так, 4 серебра. Еще красочка. Ну давай, давай, уже пора выдавать коряк, ну. Сколько можно? Сколько можно это терпеть? Уже все выдало, кроме сковородки, коряка и мотоцикла. Все, что можно. Давай, пожалуйста. Докрутись. Блин, чуть-чуть до материала не хватило. Материалы на самом деле очень ценная вещь. Даже если мне не выпадет коряк, я все равно его гарантированно заберу. Это 100%, потому что лаки 67 из 200. При уровне в 200 вы гарантированно получаете кар 98 как лык. Поэтому я думаю, за 11000 си я гарантированно получу, потому что я там высчитывал, сидел, поэтому 100% получу. Поэтому я хочу мотоцикл и сковородку. Давай. Мотоцикл и сковородку, больше мне ничего не надо. Коряк я и так выбью. И материалов. Главное, материалов много.
Самая ценная — это материалы. Блин, опять до материала немножко не докатилось. Еще красочка. Ну краска — это все ерунда, честно. У меня этой краски уже штук 300, наверное. Вот чуть-чуть просто перекатывается второй раз. Просто перекатывается. Давай, сейчас мотоцикл выдавай. Ну, смотрите, просто перекатывается. Или до мотоцикла не докатывается. Да вы серьезно? Зато сколько? У меня 20 в инвентаре уже частей купонов, да, вот этих. Так, поехали дальше. Не хочу я сразу же без пропуска анимации, как бы. Говорят, что так якобы шанс повышается, но мне почему-то не выпадает. Так. Ерунда, ерунда. Ни разу ни сковородка, ни мотоцикл еще не выпали. Да вы серьезно? Уже 8-7 прокрутов было сделано. Давай, вот сейчас этого спина дай мне... Блин, до материала не докатилось. Точнее, перекатилось. А сейчас не докатилось. Вот байтит рулетка. Просто байтит. На самом деле, на розовый, насколько я помню, 2% шансов падения. Так, отлично. Давайте без пропуска анимации сразу же вот так откроем, посмотрим. И опа! Выпал мотоцикл Годзилла. То, что я и хотел. Замечательно. Давайте еще раз, без пропуска. Нет, в этот раз ничего не выпало. Давайте сразу же так же. Красочка выпадает. Блин, немножко до материала. Хочу материалов, очень много материалов. Давай, игра, не подведи. Много материалов надо. Краска не нужна, просто нужны материалы в большом количестве. Краску и так можно купить, а вот материалы ты нигде не достанешь, кроме как в рулетке или где-то в кейсах, да? Материал — это очень ценная вещь. И немножечко до коряка не докатилась. Да ладно. Так, забираем, значит, парашют. Отлично. Зайдем. Поставим парашют. Новенький, красивый. Вот так вот он выглядит. Красивое число 5-5-5-5. Так, давайте. Давайте, может, нам покликать надо, я не знаю. Может, выпадет. Давайте, вот кликаю. Пожалуйста, выдай мне крючок. Давай, поехали. Нет, немножечко не докатилась опять. Вот просто чуть-чуть не хватает. Ну, опять материалы. Эти купоны. Краска. Мотоцикл опять выпал. Ну, спасибо, игра. Второй мотоцикл мне выдает. Спасибо. Не, конечно, не против, но... Когда они дублируются, мне прям не очень хочется дубликаты иметь. И сковородочка. Отлично. Все, замечательно. Я выбил все абсолютно отсюда. Сковородку, мотоцикл, да, и остался коряк. Давай, вот коряк. Ну... Блин, ну все, сковородка тоже есть, замечательно. Давайте еще раз. Поехали. И нет, не докатывается. Просто не докатывается. Ну давай, 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 давай. Дай хотя бы материалов мне, игра, ну. Сколько я понял, у меня один материал всего лишь, один. А мне нужно их очень много. То есть, ну, материалы здесь сыпятся очень плохо. Очень плохо сыпятся материалы, это... Прям печально. Так, еще одна краска. Ну, это все ерунда. Краска. Лучше бы давали купоны, честно. Знаете, что еще сделаю? Давайте зайдем в крейты. Давайте ящик солдата откроем. Так. Ящик солдата открываем. Идем в Lucky Spin. И, соответственно, без пропуска анимации сразу же открываем. И... Нет, ничего не выпадает. Не работает эта схема, да? Так, поехали дальше. Давай, выпади, пожалуйста. Корячок. 157 прокрутов уже. Или материалы. Просто материалы в большом количестве. Просто в большом количестве материала. Немножечко не докручивается. Вот она просто бьет рядышком. Просто рядышком, но не докатывается. Вот прям как сейчас. Эх, немножечко не хватило. Так. Блин, ну пожалуйста, до материала докатись. Ну, нет, не выпадает. К сожалению, не выпало. Так, ладно, давайте сразу же без пропуска анимации открываем 10 раз. И мотоцикл. Ерунда. Еще раз 10 раз.
Мотоцикл! Второй раз, ребят, подряд мотоцикл. Может, выпадет все-таки? Давайте. Просто главное верить. Главное верить. И ничего не выпадает. Хочешь верь, хочешь не верь, но ничего не выпадает. И у меня, в принципе, осталось 3 прокрута, и я выбью уже коряк, в принципе, себе, да? Уже без помощи рулетки, просто так. Я смотрю, мне коряк она просто выдавать не хочет. Она мне выдала... Не, не выдает. Она мне выдала мотоцикл, сковородку, все, что здесь было. Материалы и самолет, но не коряк. К сожалению, коряк не выдает. Так. Чуть-чуть, прям чуть-чуть не хватило. И нет. Вот сейчас я думал на мотоцикл. Ладно, неплохо. Все же неплохо. Давайте 3 раза я вот так сделаю. Раз. Блин! Вот вы смотрите, как было близко. У меня же сердце начало биться. Я думаю, все, сейчас выпадет. Давайте без пропуска анимации. Раз. И последний. Да, мне выпал кар, но, в принципе, кар это, понятное дело, за 200 гарантированных прокрутов. Так, забираем материал еще один. Давайте 10 розыгрышей без пропуска и поехали. И сковородка, неплохо. Так, еще серебро. Пожалуйста, мне нужны материалы в большом количестве. Давай, сейчас не подведи, выдай мне материал. Вот просто сейчас материал мне. Нет, ерунда. Серебро, серебро, мотоцикл. Ну, замечательно, еще и мотоцикл мне выдали. Лучше бы мне так кар выдавали, сколько раз мотоцикл и сковородка выпало уже. В принципе, у них ценность одинаковая, что у мотоцикла, что и у коряка. Так, осталось 515 открытий, да? Давайте без пропуска открываем. Краска, серебро, краска, серебро, серебро, серебро. Дымовой завес, частицы купона и все. Вот, на этом все, вот такое вот получилось открытие, да, у нас, значит, я выбил и сковородочку, где тут сковородочка, вот эта прекрасная сковородка, неплохо выглядит, но все же я ставлю себе свою замечательную красную, вот, выбили также скин на кар, вот так выглядит скин на кар, поиграем обязательно с ним на паблике, также выбили 2 материала, в принципе, мы можем улучшить, да, но я думаю, я ставлю, все-таки я хочу улучшить эмочку свою, да, я ее уже начал улучшать. Поэтому я хочу оставить и, соответственно, улучшить уже свою эмочку замечательно. Давайте переработаем и посмотрим, сколько что это стоит. Так, переработать. Оружие 75. Не так много. Так, что у нас? Транспорт. Вот транспорт. Всего лишь 400. Ну, неплохо, я считаю. Также, ребят, если у вас будет желание посмотреть, что выпало Максону, ссылочка будет в описании. Переходите и смотрите. Вот, он также открывал рулетку. И ему тоже очень годное выпало. Заходите и смотрите. Вот, а на этом я буду прощаться. Всем удачи. Приходите на стримы. Вот, и, соответственно, посмотрим скины уже на самолет, на парашют уже в игре. Вот, всем удачи и всем пока, ребят.